За это время операторами были оформлены два патента на изобретение. Разработано одно рационализаторское предложение. Подано 3 заявки на получение свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Опубликовано более 100 статей в научных журналах и сборниках. На торжественной церемонии увольнения в запас командиры и научные руководители сказали ребятам напутственные слова и поблагодарили за добросовестное выполнение обязанностей. 37 операторов планируют продолжить военную службу в Технополисе Эра.